Оказалось, что больше половины россиян равнодушны к 9-майским шествиям. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения Всероссийского центра изучения общественного мнения. Итак, по данным социологов, 52% наших сограждан не собираются идти на парад и участвовать в шествиях в День Победы. Каждый пятый опрошенный будет смотреть трансляцию праздника по телевизору. Еще 19% интересует исключительно салют, а 17% респондентов сказали, что 9 мая собираются провести подальше от города, на природе. Ранее результаты исследования на аналогичную тему обнародовал Левада-центр. Из его опроса следует, что парады, шествия и салюты в День Победы одобряют лишь четверть опрошенных. 52% россиян считают, что праздник лучше отметить заботой о ветеранах.